Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире передача «Что новенького?». И сегодня у нас воскресенье. Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересным человеком. Ну, вы, конечно, скажете, что в нашей комьюнити много интересных людей. Да вы все очень интересные. Каждый достоин, чтобы о нем рассказали. Но вы знаете, вот в своих собеседников я влюбляюсь. Даже когда встречаюсь с ними первый раз. Итак, представлю вам, Александр Вишневецкий рядом со мной сидит, вот здесь, на этом уютном диване. Добрый день, Саша. Добрый день. Саш, но вы отслужили армию. Начнем с вашей молодости. Прошли какие-то военные курсы, да? Нет, я учился в Киевском инженерно-строительном институте. У нас была военная кафедра. И после года работы в проектном институте меня призвали в советскую армию как двухгодичника. Видно, была потребность в инженерах-строителях, потому что разворачивалась стройка в Монголии, большого города, большого медно-молибденового комбината. Меня призвали, как и многих других. И потихоньку мы попали в степь монгольскую, в палатки. И я прожил в этих палатках 2 года. И в конечном итоге, когда я уезжал, уже был построен город. В Монголии. И, в общем-то, были готовы к открытым разработкам руд. Как... Город был построен для чего? Вокруг того, где разрабатывается руда? Или просто город-подарок Монголии? Нет. Геологами было открыто большое месторождение меди. Где-то оно входило в 5 самых крупных месторождений. Медь и сопутствующие, в общем-то, ископаемые. И это интересовало не только монгольскую сторону, но и Советский Союз. По договору медно-молибденовый комбинат эксплуатировался 5 лет Советским Союзом. После этого все хозяйство было передано Монголии. И сегодня, где РДНТ вообще приносит около 20, по-моему, больше 20% GDP, Монголии. Это очень крупное строительство. Саш, скажите мне, пожалуйста, потом вы зачастили докторскую по своей специальности? В общем-то, началось все с кандидатской диссертации. Да, это были такие последовательные ступени. Кандидатская заняла где-то около 10 лет, было сложно, все такое. Нужно было терпение не только мне, но и моей семье. И Илюше, которая здесь присутствует, моей жене. После этого докторская появилась в течение 2 лет, но я не успела защитить, покинул. Мы уехали из страны. А причина, почему такая была? Работали, защищались, терпели, не дотерпев докторской, взять и уехать. Взять и уехать, потому что у меня уже вообще-то не хватило сил на процесс защиты диссертации. Ко всему был Чернобыль. Двое детей нужно было увезти из страны. И вообще я не привык двигаться против потока, а поток был покинуть страну, в принципе. Ну, так как вы какое-то, так сказать, место и ваша жизнь какое-то время занималась все-таки армией, как вас отпустили? Из армии автоматически. А за границу? Пожалуй, в то время для человека моей национальности единственный путь был попасть за границу, это путем по этому каналу, по армейскому каналу. Есть армейский канал? Ну, армейский – это просто обязаловка. Ты должен был служить 2 года. И, очевидно, требования службы были более расслаблены. Ведь вам там показывали всякие танки ржавые. Пушки. Нет. Это была голая степь. Это было секретно. В общем-то, может быть, и было секретно, но строительство было на виду, его контролировало правительство. Это был очень, по-своему, тяжелый, но очень хороший экспириенс. Для молодого человека 23-25 лет тяжелый, но хороший экспириенс. Вот вы везли свою семью, детей. Вы везли в никуда или у вас был определенный, так сказать, пункт назначения? Я понимаю, пункт назначения это был Нью-Йорк, а пункт назначения вашей работы. На что вы надеялись?
В общем-то, в 92-м году, когда мы покинули уже Украину, потому что мы распался Советский Союз, мы жили в независимой Украине, и паспорта у нас были украинские. Было много информации, у нас было много друзей, наших родственников жило уже за рубежом, в частности, в Америке. И я, честно говоря, очень напряженно 2 года работал по изучению языка. Я знал, что без языка становление невозможно. И, в принципе, дошел до определенного уровня, который мне помог через 2 месяца после приезда уже работать. Я разрабатывал сложное программное обеспечение для таких компаний, как AT&T, JP Morgan, New York Stock Exchange. И, безусловно, и зарплата, и состояние семьи улучшалось. В общем-то, это такой сложный взаимный процесс. И, очевидно, через 10 лет я как-то успокоился. Ушло, знаете, внутреннее напряжение. Я оказался дома. Я почувствовал, что, в общем-то, это мой второй дом. Созданный вами. Созданный по-своему мной. Я вообще считаю, что моя жизнь как бы разделена на 2 части. Я прожил до 40 лет. Вот первую жизнь хорошо прожил. Ну, было неудовлетворение, отсутствие свободы, многих свобод и так далее. Здесь я начал новую, вторую жизнь. И, безусловно, с первых дней я получал от этого удовольствие. То есть вы получили навыки все в первой жизни. Теперь неиспользованные навыки вы могли использовать, да? В какой-то степени да, в какой-то нет. Вот по истечении 10 лет я почувствовал внутри себя какое-то свободное пространство, которое, в принципе, я как-то всегда заполнял в первой жизни. И здесь я растерялся, понимаете. Мне, очевидно, не хватало того, что работы с удовлетворением. Мне хотелось вот это внутреннее свободное пространство заполнить. Я метался какое-то время. И дометались. Дометались до того, что взяли кисть в руки, полотно и стали писать картины. Вы еще держали ручку в руках и лист белой бумаги и писали стихи? По-своему, да. Понимаете, по-своему, а как? По-вашему, конечно. Я вам скажу, что стихи вообще это загадка. Я никогда ни к ним не был склонен, но так получилось, что комьют долгий. Я езжу 1:15, 1:30 на работу и столько же обратно. Иногда трафики. И вот во время этого комьюта, опять же, нужно было чем-то заниматься. Спать нельзя, потому что я не сижу, а стою. И я начал открывать блокнот и, в общем-то, что-то черкать. И дочеркался. Потрясающе. Столько я колешу по Бруклину, Квинсу, Нью-Джерси. Что-то на ум стихи не очень приходят. Песни приходят, а стихи нет. Пойте. Во весь голос. Я боюсь просто распугать соседние машины. Знаете, как люди поймут, что девушка не совсем нормальная, надо бы вызвать полицию. Ну ладно. И вот я держу в руках ваш первый каталог с первой выставки. 2014 год. На первой странице картина, которая получила... Она вошла где-то в 40 живописных работ. Ага. В 2014 году Мора, музей Мора под руководством
Марго Грант, известной, они организовали международный компетишн. Это было второе или третье, по-моему. Это первое, в котором я участвовал. Я вообще не люблю соревнования, потому что я устал от них еще в молодости. Я тоже не люблю соревнования. Экзамены не люблю. И всегда я считаю, что это объективно. Но в то же время было очень хорошие судьи, международные. Это, и, в принципе, каким-то чудом, в общем-то, моя работа вошла вот в эти 40 живописных работ. Участников было много. И финальная выставка была в Челси. Я не помню, в каком месяце, где-то в прошлом году, где-то в октябре месяце, по-моему. И, в общем-то, мы получили удовольствие. Это главное. Главное, чтобы получили удовольствие от ваших картин зрителей. Мне он очень нравится, ваш первый каталог. Но вот я его сравнила с другими. У вас постоянно меняется манера, направление живописи, то, как вы... Вот несколько моих работ. Оформляете. Я там в тех каталогах еще посмотрела. Да. Вот. У вас как-то меняется все это направление. А с чего вы начали? Начало было упрощенное. В принципе, было больше желания и что-то внутреннее, чем вот, активность. Я чувствовал потенцию какую-то рисовать. Начал, безусловно, с рисунков. Рисунки потихоньку усложнялись. А после этого через какое-то время появилось желание красками рисовать. И это было очень сложно. Это самое сложное. Я видела краски, нарисованную вашу одну картину. Там, по-моему, какая-то графин или ваза. И вот я не видела, не могла потрогать эту картину в натуре. Но пока, по-моему, вы рисуете той манерой, когда выпуклость. Выпуклые линии. Это что-то создает какую-то такую форму, которую ты как будто держишь в руках. Это появилось буквально с самого начала желание трехмерности вот этой вот большого количества материала, которым, безусловно, вначале я не владел, потому что когда ты используешь в основном акрилик, хотя я в восторге от акрилика, и нужно было найти соответствующие правильные типы его, которые подходили к манере. Вертикальная живопись не подходила, нужно было класть холст горизонтально. И, в общем-то, потихоньку-потихоньку я стал овладевать вот этой вот массой, большой массой акрилика, которую я укладывал в той форме, которая у меня держалась в голове, в том имидже, который я, в общем-то, хотел трансформировать на холст. И мне кажется, потихоньку это стало получаться. Саш, скажите, пожалуйста, вот вы цветы часто рисуете, да? Я ценю цветы, потому что я вообще в восторге от разноцветности, будем говорить, от яркости. Какая-то психологическая потребность ярко выражать себя. Я бы это назвал, есть такая, мы знаем Гессе, мы знаем «Игра в бисер», его роман. Вот эта вот игра в бисер красками, цветами, причем Гессе имел в виду духовность в очень широком смысле этого слова и в данном случае культурную, вот эту, может быть, музыкальную. Его герой Кнап, по-моему, он очень хороший был музыкантом, но и живопись. Понимаете? И вот эта вот игра в бисер, кстати, в будущем нашем каталоге одну из статей мы назвали «Игра в бисер». Я это преломляю на игру в бисер разноцветными красками. Вот это вот я играюсь в это. Вы знаете, можно мне заметить такое одно, это я восприняла.
Может быть, это совсем не так. Я смотрю на ваши цветы, и мне в них не хватает пространства. Вы все пространство заполняете, и у меня как бы нет продолжения за букетом, за листвой такой желтый в кувшине. Как бы нет продолжения. Вот это что-то специальное или мне так кажется? Я очень доволен, что вы заметили это. В принципе, это не мое продолжение. Понимаете, вот цветы как объект на каком-то бэкграунде. Я очень увлекаюсь всевозможными разными бэкграундами, очень сложными. Здесь как картинка по телевизору. Тебя показывают, а после тебя уже нет продолжения. Ну, очевидно, это действует и на психику созерцателя, понимаете? И вот эти вот бэкграунды, я настолько много им уделяю внимания, работаю над ними, я считаю, что мне удалось вот достичь чего-то именно в этом направлении, сделать это моим оригинальным. Иногда они очень размытые, иногда они просто однотонные, иногда они имеют даже глаза, которые я делаю акриликом. Иногда просто букет без вазы. Букет без вазы, букет в вазе, но очень близкого цвета ваза к бэкграунду. В общем, короче, я комбинирую. Это внутреннее. Я понимаю, это внутреннее, это вы видите. А какие стихи? Кому, чему? И как они у вас возникают, вот стихи? Там почитайте свои какие-то стихи. Нужны очки. Вот возникают у вас стихи. Вы говорите, что это неизвестно откуда, наверное, от Бога. Они возникают в процессе ваших картин, на фоне ваших картин, на фоне вашей фантазии, какая картина будет следующая. Или просто они жизненные стихи? Очень хороший вопрос. Я очень доволен, что вы его задали. В принципе, когда я вспоминаю, когда Пастернака спросили, скажите, пожалуйста, а как вы пишете свои стихи? И как вы находите вот тему и все? Ну как, это очень просто. Они же вот в траве, под ногами. Собственно, ну да, это упрощенная попытка как-то упростить, но ответить на этот вопрос невозможно. Оно как-то возникает. Это как музыка, которая возник в голове вот и немножко звучит, потом ты играешься словами, иногда играешься день, иногда играешься два, а может быть и неделю, но какая-то тема тебя тревожит, и в конечном итоге оно вдруг бах и выливается на страницу. Ну пускай вот выльется для телезрителей. Не томите. Я обычно не читаю мои стихи, читаю. Это обычно, а сегодня все у нас необычно. Хорошо, я прочитаю стихотворение, которое, в принципе, очень близко к живописи, к тому процессу, как пишется картина. «Когда слились все воедино, день, ночь и брежущий рассвет, когда лились, как по долинам, строка и рифма и сонет, когда сплелось в цветах и красках, в единый волнами поток, когда завязло время в стрелках и разлетелось, как песок, когда не слышен голос мира». Не замечаются слова, неважно где, когда все было, и не шумят так города. Когда вдруг в тишине подвала ушла земная суета, когда свеча не догорала, покоя тлела красота. Когда неважно, как все всплыло и засверкало из углов, и то, что раньше тихо жило, здесь вырвалось из-под замков. Когда из темных закоулков вдруг показались языки, как пламени, огня и бликов, ползущих словно пауки. Тогда все стены озарились потоком яркого огня, раздвинулись, зашевелились, и уж не помнил я себя. Ну, насчет «не помнил я себя» – это все перенесено в живопись. Поэтому за ней нет продолжения, за ней есть, а за ее букетами, за этими изображениями есть то, что есть сегодня. И будем говорить, вот сегодня мы хотим жить хорошо, писать стихи, а стихи переливаются картины, а картина переливается в музыку. Или наоборот. Я всегда говорю, что живопись, поэзия и мотивы песен, музыки, они всегда связаны. Большие, крупные художники, по-моему, это сказал Гоген. Он заметил, что, в принципе, даже не важно, что на картине нарисовано. Если человек зашел в зал, увидел ее на стене, и сразу вот он почувствовал взаимосвязь себя с картиной, какой-то инфлюенс
красок, вот что-то яркое, понимаете? И вот эта связь уже сразу существует, она сразу возникает между зрителем, после этого он подходит к ней и начинает смотреть детали. И это очень важно, эта энергия художника, она, безусловно, излучается, и художник продолжает жизнь. Я понимаю, что не у каждого человека, может, даже есть слух и голос, но у каждого человека всегда звучит какая-то музыка в душе. И, конечно, если эта музыка натыкается на картину, и она продолжает звучать громче, то художник сделал правильно. Художник вложил туда душу. Итак, внимание, небольшое отступление. Вы же знаете, я очень любопытна. А если я любопытна, я обязательно вглубь проблемы должна как бы влезть. И поэтому я тихонечко Нелю, она жена Саши, притянула к себе и хочу спросить. Нель, как живет с таким талантливым мужем? Как вам сказать, когда-то спросили у Анри Матисса, как он относится к своей жене. Он сказал, что я ее очень-очень люблю, и она самое главное в моей жизни, но живопись я всю жизнь буду любить больше. Так я надеюсь, что я с живописью хотя бы пополам делю живопись и любовь мужа. Любовь к живописи, любовь к тебе. Да. Каким-то строительством, техникой. До меня это не очень доходит. А вот когда эти люди начинают расслабляться и не создавать какие-то летающие стулья и, так сказать, летающие велосипеды, а создавать вот этот шедевр, это искусство, да еще писать при этом, конечно, вы необыкновенный человек, не зазнавайтесь. Но я сказала, что я сегодня знакомлю Америку с очень необычным человеком. Будьте счастливы. Спасибо большое за и живите время, хорошо. Мне. Спасибо большое и за все, что... Я тоже получил, конечно, громадное удовольствие. И вы получаете удовольствие. Вы любите музыку, поэзию. Вообще любите все на свете в жизни. Мужчин, животных, женщин и цветы. Пока.